курсе хорошо. Ни хрена себе. Встречка, да. Нифига. Охренеть. А что это вообще такое было? Сегодня примерно в половине десятого столкнулись, по предварительной информации дорожной полиции, 11 машин. Момент аварии зафиксировали очевидцы. Вот эти кадры. Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД. Им предстоит восстановить картину произошедшего. Пока рабочая версия такая. Не справился с управлением водитель внедорожника, в результате чего зацепил автомобиль Audi, который двигался в попутном направлении. Иномарку отбросило настоящую у светофора машины, а дальше цепная реакция. Автомобиль Range Rover допустил столкновение с автомобилем Audi, двигавшимся в попутном направлении. От удара автомобили отбросило настоящие на светофоры транспортные средства. Стояли в пробке, как обычно, и просто последнее, что увидела, это машина синяя вылетает и со всей силы бьется, ударяется мне. Я спереди стояла, я приняла на себя удар, вот первый синий, дальше всех пошел вот собирать. Я даже не знаю, кто. Я вот каким-то чудом, у меня подушки все открылось, и я вообще не знаю, каким чудом у меня ничего не сломано. Сыну исполнилось 18, решил подарить машину, да. Ну, 18 лет, считай, пожил. Извините, что, пожалуйста? Все, пожалуйста. Все, пожалуйста.